Добрый день, уважаемые коллеги Международной Федерации Хортинг. Я Васецкий Юрий Валерьевич. Сегодня на кафедре в лаборатории физического развития буду обосновывать свою тему. Тема звучит так: влияние традиции Запорожской сечи на развитие физических качеств. Немножечко о себе. Я представляю интересы Федерации Хортинг в городе Днепропетровске и Днепропетровской области, являюсь руководителем спортивного клуба «Сокол Днепропетровск» и также являюсь руководителем всеукраинского проекта «Хортинг для детей», который охватывает воспитание детей на процессе занятия хортингом младшего дошкольного возраста и дошкольного возраста. Сегодня я уже пообщался с многими академиками, таким замечательным человеком, как Зубалин Николай Дмитриевич, который эту тему посчитал очень нужной в данный момент и в данное время, как становление хортинга и украинской нации вообще. Услышал много хороших отзывов о нашем виде спорта, о том, что мы проделываем колоссальную хорошую работу, и думаю, что эта тема внесет хороший вклад в развитие нашего общего дела. И все-таки хортинг займет лидирующее место не только в Украине, но и во всем мире, как самый сильный, смелый и известный вид единоборства, который родился в Украине, который есть украинским и который будет развиваться во всем мире.